Сегодня у нас день зрелищных роликов, поэтому продолжим мы не менее занимательные истории из мира игры The Technomancer от Spider Studios, который выпустил новый трейлер к своей игре. По сюжету, человечество уже успело создать колонию на Марсе и населить ее различными гибридными видами животных для создания экосистемы. Но что-то пошло не так, и колония вышла из-под контроля. Вскоре после этого произошла катастрофа, которая почти полностью уничтожила колонистов и изолировала Марс от материнской Земли. Геймерам предстоит попробовать себя в роли необычного человека, владеющего техномагией. ГГ предстоит исследовать разрушающийся Марс и сражаться с гибридоуродами разных земных животных. Помимо этого, будут в игре и всякие банды, жаждущие наживы. The Technomancer выйдет где-то летом 2016 года на ПК, PS4 и Xbox One.